собственности юридического лица, если не ошибаюсь, то в Анжелика, есть договор аренды земельного участка, есть право собственности на объект. Заказчик изъявил желание реконструировать данный объект под салон парикмахерскую, как он указал. Значит, в марте месяце 2019 года управлением архитектуры выданы условия ограничения на реконструкцию. Рубиконом заказчик обратился в подрядную организацию архитекторов Рубиком Плюс. Была изготовлена документация на реконструкцию данного объекта. Данный проект прошел экспертизу, и на сегодняшний день были поданы уведомления о начале реконструкции данного помещения. То есть вместо кафе будет салон красоты? Да. И да. Все правоустановленные? Есть земля, есть право собственности, есть условия ограничения, есть проект. Проект прошел государственную экспертизу. На сегодняшний день подано уведомление о начале реконструкции. Мы будем следить, чтобы выполнялись проектные решения, которые разработал Рубиком Плюс.